Обжимаем витую пару до 10. Значит, обрезаем провода, оттягиваем их вот так вот, вставляем цвета. Цвета вы видите выше, в каком порядке нужно их поставить. После этого берем наш инструмент и откусываем ровно. После того, как мы откусили, мы берем коннектор и насаживаем его. До конца плотно загоняем. Вот так вот. Отлично. Теперь берем обжимник, вставляем коннектор и обжимаем. Все, провод у нас обжат. С другой стороны нужно сделать то же самое. И данный провод у вас будет работать в сети. Вот так вот обжимается витая пара. Всем спасибо за просмотр.